Здравствуйте, уважаемые слушатели. Разрешите представить вам для магистратуры специальность теплоэнергетика, дисциплину, научно-технические проблемы теплоэнергетики и теплотехнологии. Лектор Исаев Валерий Львович, кандидат технических наук, доцент кафедры энергетической системы. Представляю вопросы современной проблемы энергетики Республики Казахстан, задачи теплопередачи, вопросы сжигания топлива, современные системы сжигания в аспекте научно-технических проблем теплоэнергетики и теплотехнологий. Лекция номер один. Современные проблемы теплоэнергетики Республики Казахстан. Цель лекции, связанная с ознакомлением и постановкой вопросов по современным проблемам энергетики Республики Казахстан. План лекции. Проблемы и решения теплотехнологий. Проблема решения совершенствования оборудования теплоэнергетики. Основное направление развития теплоэнергетического комплекса Республики Казахстан связано с газификацией. Схема газификации по Республике Казахстан предоставлена в виде карты с обозначением основных газовых магистралей, как будут проложены для газификации городских поселений и больших городов, столицы Нур-Султан и южной столицы, промышленных центров Жезгазган, Караганда и другие. Газопотребители. Газопотребителями является оборудование для сжигания органического топлива на теплоэлектростанциях по выработке тепловой электрической энергии комбинированным способом. Таким устройством для сжигания газа, газового топлива являются газопаровые котлы. То есть котлы, которые на выходе имеют пар перегретый, полученный путем нагрева в экранах топки котельной воды и образование его влажной сначала, потом перегретой теплообменных поверхностей котла. За счет сжигания топлива, газа и получения тепла для парообразования котельной воды. Вторым примером является паровые котлы местного значения, например, для местных котельных в сельских районах, либо в некоторых строящихся районах индивидуальной постройки, группы домов, как квартальный источник тепла для теплоснабжения, покрытия нагрузок горячего водоснабжения и вентиляции, кондиционирования воздуха. Пример такого котла представлен, газовые котлы на вашей картинке. Слайд номер два. Газовое топливо может быть использовано непосредственно в газовой турбине.
используя теплоту и кинетическую энергию продуктов сгорания газового топлива, которое получается в камере сгорания. Топливо, газ, подается в камеру сгорания. Компрессором нагнетается воздух для обеспечения окислительных процессов в камере сгорания. И полученное тепло в виде теплоносителя, в данном случае газы, дымовые газы, попадает на газовую турбину, в которой срабатывается энтальпия этих дымовых газов, превращая ее в кинетическую энергию вращения ротора турбины. На ротору турбины может быть установлен это электрогенератор для выработки электрического тока, либо это является привод для других целей. На роторе турбины может быть установлено другое устройство для совершения работы. На диаграмме ПВ, П давление, В удельный объем, предоставлено два процесса. Изотермический процесс 1, 2, 3, 4. Показываю по стрелке 1, 2 и 3, 4. И изобарический процесс. Это 4, 1 и 2, 3. Такие устройства имеют и в качестве теплотехнологии и достоинства при непосредственной реализации тепла дымовых газов в работу вращения турбины, газовой турбины в данном случае. Но при этом преимуществе имеются недостатки, связанные с тем, что камеры сгорания не может обеспечить очищение дымовых газов от составляющих окислов, которые носят кислотный характер и отрицательно сказываются на проходных каналах газовой турбины, на его состояние, потому что они являются криволинейными, и срабатывание тепловой энергии дымовых газов происходит в динамическом режиме, что отрицательно сказывается на прочности поверхности слоев проходных сечений газовой турбины. Влияние пара менее вредно для таких поверхностей. Поэтому предыдущая технология производства тепловой электрической энергии комбинированным способом паровыми турбинами с получением на выходе турбины через конденсатор оставшейся теплоты в конденсате и преобразование его в систему возврата тепла через подогреватель низкого давления, очистки от газов в диаэраторе и подогрева подогревателей высокого давления, подогрев ПВД, возврата этой тепло в конденсатор, как питательная вода в котел. Более приемлемо, но вызывает отрицательное явление, связанное с потерей тепла в окружающую среду, потому что обеспечить полную изоляцию от потерь тепла нереально в производственных условиях. Уменьшить реально, привести к нулю невозможно. Другой способ теплотехнологии
получения теплоснабжения зданий, это использование энергии, солнечной энергии, солнечные дни, которых в нашей республике достаточно много. Солнечный Казахстан этим отличается. Гелиоприемник, расширительный бак 2, который циркулирует в системе, связанной с системой циркуляции воды, подогретой от теплоприемника, гелиоприемника. Воздушники для спуска воздуха, образовавшего выделяющиеся растворенные газы, выделяющиеся при работе системы. Разноразборные краны, пятые отопительные приборы для отопления помещений, покрытие потерь, тепловых потерь оградительных конструкций, то есть зданий. Шестое – калорифер. Седьмое – котел. Вот котел. Восьмая – водогрейная колонка. Восьмая – водогрейная колонка. Для обеспечения нагрузки горячего водоснабжения. То есть тепловая нагрузка отопления, тепловая нагрузка горячего водоснабжения и тепловая нагрузка по калориферным системам для подогрева воздуха, используемого для вентиляции помещений. Таким образом, все три вида нагрузки гелиоцентрическая система теплоснабжения зданий. Принудительная циркуляция насосом сетевой воды, которая работает в этой системе. Тепло используется от солнца. Но существуют проблемы, что солнечные дни имеют ограниченное число возможностей поступления солнечной энергии через атмосферу. Темное во время дождей, буранов, непогоды, туч. Интенсивность солнечного излучения резко снижается. Отсюда прерывистость максимума параметров, позволяющих обеспечить данную систему. Для систем теплоснабжения, ГВС и вентиляции кондиционированной воздух. Для горячего водоснабжения перспективным является отбор тепла на горячее водоснабжение с обратно возвращающей системы отопления. Это очень эффективно, потому что температура обратно не должна превышать при поступлении в бойлерной установке ТЭЦ для подогрева определенного значения. В случаях перегрева возникает проблема. А использование первичного подогрева воды для подачи в систему горячего водоснабжения, вода поступает, водопроводная вода поступает в теплообменник водоводяной, подогревается в первом контуре этой водой, и во втором контуре может подогреваться теплом с подачи. И такими двухосная система горячего водоснабжения закрытого типа – это перспектива теплотехнологий по обеспечению горячего водоснабжения. Ну, желательно по циркуляционной схеме. То есть при циркуляции воды подвода горячей воды, неиспользованная, снова должна возвращаться в систему подачи и циркулировать. Это наиболее лучшая технология. Другой способ технологии получения тепла – это тепла за счет разности тепловых потенциалов Земли с помощью теплового насоса.
компрессор циркулирует теплоноситель, который проходит через теплоисточник, происходит испарение, компрессором нагнетается, через расширительный клапан обеспечивается сжатие его и отдача тепла в отдающем теплопередатчике. Использование эффективного действия теплового насоса, использование тепла земли, теплового потенциала в разных точках земли, сдерживается значительными капитальными затратами на формирование конструкции, монтажа конструкции, эксплуатационные затраты таких устройств для обеспечения тепла. Вот другая схема, обеспечивающая понимание работы теплового насоса. Это в данном случае работает как испаритель, коагулянт, поступая в теплообменник, где формируется теплоотдача на батарее отопления, формирует горячую воду. Циркуляционным насосом обеспечивается по контуру отопления работа сетевой воды, в данном случае для системы теплопотребления. Ну и это антихолодильник, другими словами. Вот картинка обеспечивала видеофильм работы такой системы. Даю вам возможность осмыслить работу перспективного источника теплоснабжения с помощью теплового насоса. Существуют и другие технологии, теплотехнологии, которые обеспечивают эти параметры покрытия по отоплению, горячего снабжения и вентиляционных нагрузок. Использование теплоисточников выбросов горячей воды из недр земли, а также использование энергии волн океана. Использование силы ветра в Казахстане строится в районе Жамбульской области, в районе Кордая, ветровые установки, которые позволят использовать ветровую нагрузку в этой зоне для превращения силы энергии ветра в тепловую энергию или в электрическую энергию для нужд теплоэнергетики Казахстана, электротеплоэнергетики Казахстана. И также другой момент есть Джунгарские ворота, где постоянно работает сильная ветровая нагрузка. Эффективность установки ветряков для преобразования этой ветровой энергии в электрическую или тепловую, сдерживается несовершенством конструкции ветряков, их высокая стоимость по капиталовложениям, трудности в эксплуатации, затратной эксплуатации и дорогостоящий ремонт таких установок. Послушайте задание. Освоить тему, предоставить авторские тезисы изученного материала. Контрольные вопросы. Значение темы,
системе знаний и дисциплины. Определить теплоту сгорания топлива и приведенные характеристики. Это исходя из знаний по дисциплине технологии сжигания топлива, инновационной технологии сжигания топлива, которую вы проходите по другим дисциплинам, специальности, которые есть. А основные технические характеристики свойства твердых, жидких и газообразных топлив. Перечистить типофизические свойства твердого топлива. Как влияет термометрический состав топлива, его физические свойства, плотность, сыпучесть, смерзаемость, абразивность, неэффективность сжигания. Какие причины самовозгорания топлива? Перспективы развития теплоэнергетики и теплотехнологий в Республике Казахстан. Значение газификации как источника, газ как источник тепловой энергии при формировании получения на ТЭЦ комбинированным способом тепловой и электрической энергии. Спасибо за внимание.